Zhenya Kuchila. Большинство из нас родились в бывшем Советском Союзе, правда? Большинство из нас. Так что то, что мы будем делать, мы будем вспоминать песни, которые оттуда, которые я помню, русские, украинские. И вот я родился в 35-м году, значит, я не такой молодой артист, мне 58 лет на Украине. Вдали за Доном, за рекой широкой, стояла хатка в маленьком селе. Под лампой свет над маленьким ребенком склонилась мать в прохладной тишине. Под лампой свет над маленьким ребенком склонилась мать в прохладной тишине. Прошли года, и в городе далеком работал он на фабрике большой. Писал он письма в старую деревню, писал своей он матери родной. Писал он письма в старую деревню, писал своей он матери родной. Скажи мне, мать, как чувствуешь сегодня? Куда пойдешь, что сваришь на обед? И знаю я, что день и ночь волнуясь, ты ждешь меня, а мне уже 40 лет. Деревне ребенок старенький мечтает, как во сне, в пустом саду над головой седою склонилась мать в прохладной тишине. В пустом саду над головой седою склонилась мать в прохладной тишине. В 37-м году Сталин немножко сошел с ума, и 2 миллиона людей очутилось в Сибири. Между ними мой отец. Чуешь, брат? Thank you.
началась война в 39 году. Если завтра война, если завтра поход, если темные силы нагрянут, как один человек весь советский народ за свободную родину встанет. В небесах, в небесах и на море наш табель и могучий слов. Если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. Это самая популярная песня с второй на войны. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Тускло звезды мерцают. Темная ночь, ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. К ним прижаться хоть раз губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен смертельно в бою, знаю, встретишь любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и в детской кроватке не спишь, и поэтому знаю со мной ничего не случится. В 41-м году пришли немцы. Кажуть мені люди, якщо ви
Lebens zu Ende, denn mein Schiff